Сегодня же стали известны и победители волейбольного чемпионата СССР, но в отличие от баскетбола здесь не было особых сомнений в победе московских армейцев. Первый суперфинальный матч с «Динамовцами» Подмосковья неделю назад они выиграли со счетом 3-0, и сегодня во втором суперфинальном матче также были явно сильнее. Хотя «Динамовцы» и выиграли первую партию, на большее их не хватило, следующие три партии за ЦСКА. В итоге победа армейцев 3-1 и ЦСКА чемпион страны уже в 31-й раз.